Здравствуйте, мои юные художники! Сегодня мы с вами нарисуем ромашки. Для этого понадобится плотный лист бумаги, гуашевые краски, широкая кисть щетинная, средняя, круглая и тоненькая для того, чтобы прописать мелкие детальки. Для начала мы с вами широкой кистью сделаем фон. Нарисуем фон темно-синей краской, горизонтальными движениями наносим густо, вниз добавляем немножечко белой красочки. Это будет у нас поверхность стола здесь. Далее берем голубенький цвет. И намечаем вазочку. Вот. Вазочка кругленькая. Нижнюю часть выделим. Теперь тоненькой кисточкой, белой краской, будем прорисовывать лепесточки ромашки. Прикладываем кисточку, приживаем вот так, толстый кончик делаем, потом вытягиваем и на острие оставляем. Повторяем. Толстый краешек тянется к тоненькому. Такими плавными движениями рисуем цветочек. Точек вниз у нас будет смотреть. Краску набираем густо. Чтобы показать пространство, объем, мы рисуем листочки поменьше. Вот на втором плане. Такими движениями прорисовываем все листочки. Так, и на столе давайте нарисуем.
Одна ромашечка закрывает другую. Так, теперь берем желтенький цвет, желтый с белым смешаем. Прикрываем серединочки. Вот сбоку они будут смотреться выпуклыми. Коричневым цветом или охристым можно оттенить серединочки, низ серединок. Чуть-чуть потемнее теперь зеленый цвет. Зеленый смешаем с белым. И пропишем такие светленькие стебелечки тоненькой кисточкой. Нежные зелененькие стебелечки. Также синим цветом мы сделаем тень. Падающую тень от кушинчика. Подчеркнем снизу и немножко растворим так. Ромашки. Поставим блики на кувшинчики, рефлекс покажем в теневой части кувшина. Еще немножечко мелких деталей добавим, оттеним кувшинчик. Вот такая работа у нас сегодня получилась. Если мы снимем малярный скотч, у нас получится красивая рамочка. Аккуратненько отделяем.
работу можно оформить в рамочку и подарить своим родным, любимым людям. Спасибо за внимание, за просмотры. До новых встреч!